Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Ольга Степанова и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. В этом году Национальному художественному музею Республики Саха-Якутия исполнилось 95 лет. Его появление связано с возникновением молодой Якутской республики. Как и большинство отечественных музеев, он был основан талантливыми, неравнодушными, увлеченными людьми, которые являются неутомимыми сподвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии, музей стал признанным центром культуры и искусства Якутии. Как прошел уходящий 2023 год для Национального художественного музея? Какие выставки были представлены? И какая программа будет подготовлена для посетителей в эти праздничные дни? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, кандидат искусствоведения Влада Владиславовна Тимофеева. Добрый день. Здравствуйте. И заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея, также кандидат искусствоведения Юлия Владимировна Кравцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Владе Владиславовне. Начнем нашу программу с вопроса, каково предназначение музеев и, в частности, нашего Национального художественного музея? Вообще, какая миссия на него возложена? Пожалуйста. Сама миссия музея заключена в названии нашего музея «Национальный художественный музей». То есть цель существования нашего музея – это формирование, комплектование, изучение, продвижение искусства Якутии в первую очередь. И 70% нашего собрания составляет как раз картины, произведения якутских художников. Ну и, конечно, комплектуется, как бы изучается сама история изобразительного искусства. И я даже больше скажу, что Национальный художественный музей формирует историю изобразительного искусства Якутии. То, что попало в музей, оно становится классикой изобразительного искусства Якутии. Ну и продвижение наших художников. Вот наша миссия. Как прошел этот год для Национального художественного музея? Вот мы сказали, что ему в этом году исполнилось 95 лет. Вообще, довольны ли вы результатами этого года? Да, этот год был необычный. Очень крупные выставки, мероприятия прошли. Я думаю, они стали большим подарком для всех жителей нашей республики. Ну и для нас самих. Например, Дни Эрмитажа, во время этих дней проводились специальные семинары для всего музейного сообщества Якутии. Ну, более подробно мы можем в течение передачи рассказать, какие были выставки, какие программы. Но я думаю, что многие якутяне заметили, что сейчас проходят крупные, такие яркие события в нашем музее, и все они были посвящены в этом году 95-летию Национального художественного музея. Я вот можно дополню еще то, что касается миссии музея и функции музея в современном мире. Здесь можно сказать, что наша функция не только сохранить, изучать, но и, как говорил известный русский философ Павел Флоренский, чтобы музей не превратился в кладбище культуры, по которому бродят одинокие посетители, музей должен представлять то наследие, которое оно сохраняет. И поэтому, как Влада Владиславовна правильно отметила, сейчас наша деятельность как раз и нацелена на презентацию и коллекции нашего музея. И, конечно, мы хотели бы знакомить жителей нашей республики с крупнейшими собраниями наших российских музеев. Представлять и просвещать, и рассказывать об этом непременно, да? Действительно, 2023 год был очень насыщенным и для самого музея, и для любителей искусства. Вспомнить хотя бы то, что вот весной этого года состоялась выставка работ выдающегося художника Ивана Шишкина. Вообще, что представлял собой этот выставочный проект? Давайте немножко вспомним.
поговорим об этом. Начался этот проект с Дней Якутии в Татарстане, когда наш музей поехал с выставкой «От Алан-Хо к пространству творчества». Выставка проходила в Национальном музее изобразительных искусств Татарстана, где как раз мы нашли вот эти профессиональные межмузейные контакты и договорились о том, что в следующем небольшом, скажем, будущем мы привезем выставку Ивана Шишкина, потому что коллекция музея Татарстана, она обладает, ну, достаточно интересной, большой коллекцией работ Ивана Шишкина. И благодаря вот этим дням, благодаря правительству Якутии, состоялась эта уникальная выставка. Действительно, впервые в Якутии мы показали монографическую выставку такого крупного отечественного художника, классика. И при этом добавили туда очень много новых таких тактильных элементов, да, связанных с пропагандой, скажем так, изобразительного искусства и среди школьной аудитории. Но об этом более подробно может Юлия Владимировна рассказать. Да, конечно. Я хотела бы дополнить, что Влада Васильевна отметила, что мы привезли довольно большую выставку. Было представлено 83 произведения, из них Казанский музей нам практически выдал все живописные произведения, которые находятся у них в собрании. 33 произведения было представлено в Якутии и 50 произведений графического искусства. При этом надо сказать, что мы все прекрасно знаем, что Иван Иванович Шишкин – великолепный живописец. Но мало кто знает, что он при этом был и замечательный гравер, рисовальщик. И вот эту грань творчества мы представили для наших зрителей, я думаю, впервые, потому что практически мы показали 50 произведений. Угу. И я хотела бы сказать, что в нашем музее тоже хранятся произведения Ивана Ивановича Шишкина, одно живописное полотно в «Сумерках», которое сейчас тоже можно увидеть в постоянной экспозиции нашего музея в разделе «Русского искусства», и 6 графических листов. И правильно Влада Владиславовна отметила, что наша задача не только вот показать, да, повесили картинки, как некоторые говорят, картинки. И нам важно оставить впечатление. Поэтому мы дополнили тактильными макетами. Это важно в процессе приобщения школьников предмет биология. Могли посмотреть срезы деревьев. Угу. А все это было связано с теми растениями, которые Иван Иванович представлял в своих произведениях. И можно было соотнести, как изображено это на живописном полотне, и как это растение, в принципе, у нас выглядит в реальности. Угу. Но и то, что больше всего произвело впечатление на наших зрителей, а у нас была книга впечатлений, и столько отзывов положительных об этой выставке мы получили, мы добавили коллекции ароматов, связанных с запахом леса. Да? Это можно было и различные разнотравья понюхать, и аромат ягод. И поэтому очень большой популярностью пользовался наш небольшой набор ароматов. Угу. Все нюхали и получали как бы дополнительное погружение в реальность леса. Но на этом еще не все закончилось. Угу. Благодаря тому, что у нас после 2022 года появились определенные финансовые средства, мы смогли в нашем музее сделать акустическую систему, и теперь в наших залах в каждом отдельно можно дополнять выставки музыкальными композициями. И вот в этом зале, где экспонировались произведения Ивана Ивановича Шишкина, были представлены звуки леса. И вот все это в совокупности, тактильные макеты, ароматы, звуки природы, они создавали вот такое неповторимое погружение. Незабываемое, незабываемое для зрителей. Вот такое впечатление о выставке. Здорово. Вот такие интересные формы работы применяются. Я вот даже и не знала, что такое бывает в нашем музее. Да? И вот мы говорили, что год от года крепнут и развиваются межрегиональные связи. Да? Я знаю, что разные регионы приезжали к нам в этом году в Якутск.
Об этом расскажите, пожалуйста. Да. Из каких регионов было подписано соглашение с Приморской картинной галереей, это город Владивосток. У нас есть соглашение с Национальным музеем Бурятии, Улан-Удэ, ну и со многими другими, с Оренбургом, например. И, например, в этом году мы привезли для жителей Якутии уникальную выставку «Атлас тибетской медицины». Более 40 листов показали, и на самом деле это уникальный памятник, который интересен не только любителям искусства, можно было бы там и посмотреть вот эти азы, да, восточной медицины. Например, травы, как можно использовать. Угу. Хорошо, а вот наш музей выезжает за пределы республики для того, чтобы вот знакомить да, с искусством наших земляков? Мы в этом году буквально подписали соглашение с Казахстаном, с главным музеем Казахстана, и планируем в следующем году выехать с очень интересным проектом выставочным, который будет называться «Якутская графика. Алас, Алгыс, Арктика». Вот сейчас наши жители могут прийти в музей и посмотреть уникальную выставку «Якутская графика. Новый взгляд». Вот концепция взята вот с этой экспозиции, где мы поделили экспозицию на три части. И показываем якутскую графику сквозь призму национальной культуры. То есть мы будем знакомить Казахстан с якутской культурой через творчество якутских графиков. Конечно, мы дополним эту выставку и малой пластикой, например, резьбой по бивню мамонта, возможно, скульптурой, что позволит нам вывести. Вот мы говорим о межрегиональных связях, вот о выездах. Я еще тоже хотела бы дополнить, помимо того, что выставки, в этом году мы выезжали в рамках нашей научно-исследовательской деятельности в город Улан-Удэ, в Бурятию. Мы проводили шестые потаповские научные чтения. Инициатором является наш музей проведения, и посвящены они нашему первому искусствоведу Якутии Иннокентию Афанасьевичу Потапову. И эти чтения, они вышли на региональный уровень с 2013 года. Мы уже провели уже шестую, а в рамках региональной выставки «Дальний Восток» мы проводим уже третье чтение, где как раз рассматриваются и вопросы искусствознания, посвященные искусству региона Дальний Восток, в том числе, конечно, и якутскому изобразительному искусству. Рассматриваем вопросы, посвященные творчеству и искусствоведа Иннокентия Афанасьевича Потапова, и тех искусствоведов, которые писали о художниках, сейчас пишут о художниках. Отдельный блок вопросов составляли вопросы, посвященные музейному делу Дальнего Востока. И, конечно, это очень интересный опыт, когда собираются коллеги практически не только искусствоведы, но и художники, и обсуждают какие-то волнующие всех актуальные проблемы. Угу. То есть, можно сказать, да, здесь есть еще и научные направления, конечно, работы нашего музея. Конечно, да? Ага, вот говоря о выездах, для того, чтобы знакомить как можно большее количество людей с национальным искусством, да, я знаю, что музеи участвуют в эсэхах, да? Например, проводят выездные показы, да? Да, в этом году. В этом году мы приняли участие в нашем городском эсэхе в местности Усть-Хатын. И на самом деле эта практика была и ранее, до пандемии, да, и вот мы возобновили эту практику. На самом деле большой интерес у наших гостей вызывает всегда искусство Якутии, и чтобы ближе быть, человек мог бы познакомиться и с традиционной культурой, и с профессиональным изобразительным искусством, мы сделали очень интересную выставку. Там проводились мастер-классы. Хорошо. В этом году в Национальном художественном музее впервые, мне кажется, прошла действительно очень уникальная выставка. Это показ подлинных произведений собрания Государственного Эрмитажа. Да, вообще, в чем уникальность этого проекта? Вообще, благодаря кому и чему он состоялся? Конечно, благодаря поддержке правительства и главы Айсена Сергеевича Николаева. Он еще на открытии Шишкина
объявил, что поддерживает проведение Дней Эрмитажа. А выставка Эрмитажа в Якутии прошла впервые. Она была посвящена как раз юбилею, 95-летию нашего музея. Uh-huh. На самом деле проект этот поддержан Петровским. То есть Эрмитаж выезжает не просто с выставкой, а с рядом мероприятий. Обязательно с большой публичной программой. С программой, направленной на профессиональное сообщество. Ну и, конечно, главным тут мероприятием является выставка. Это подлинные шедевры, произведения искусства. И не случайно была тема выбрана «Часы и эпоха», потому что музей часто воспринимается как капсула времени. Да, и вот часы как хранитель. Часы что такое? Это как бы хранитель времени. Uh-huh. Часто хранителями времени называют и сами музеи, да? Но у нас были необычные часы. Они не просто хранили время, они еще измеряют время. Это же были солнечные часы. Поэтому там очень интересная смысловая нагрузка такая была, связанная еще с историей отечественной государственности, с реформами Петра I. Эти реформы были продолжены императрицами, и связаны они с возникновением Академии наук России и Академии художеств России. И действительно, эти часы были очень уникальные, и приехали из Эрмитажа сами специалисты, да, хранители. Большая, да, группа сотрудников Эрмитажа побывала тоже впервые в Якутии. Mm-hmm. Они в полном восхищении, восторге и от музея, который достойно принял произведение Государственного Эрмитажа, потому что Эрмитаж выезжает все-таки не в каждый региональный музей. Музей должен обладать определенными требованиями, прежде всего касающиеся сохранности произведений, потому что к нам привозили произведения 18 века, мы должны были предоставить такое помещение, где соблюдался бы температурно-влажностный режим, световой режим. И вот с Владой Владиславовной, как новые руководители музея, мы придерживаемся принципа, который, ну, характерен для работы современных музеев и России, и Европы, связаны с тем, что выставки крупные должны сопровождаться специальной застройкой под тот или иной проект. И здесь тоже была осуществлена застройка специальная, но это делается не вот, конечно, в рамках представления вот этой выставки, но делается с тем учетом, чтобы мы потом могли работать с этим пространством и в дальнейшем представлять уже коллекции нашего музея. Поэтому это очень, мы считаем, важно, и хотели бы, конечно, продолжить деятельность в этом направлении. И по поводу того, что вот приезжала большая группа специалистов Эрмитажа, они проводили семинар для профессионального музейного сообщества, посвященный вопросам реставрации. На семинаре присутствовали коллеги с различных улусов нашей республики. И они, конечно, получили большой багаж знаний, связанных с вопросами хранения, консервации произведений. Вживую могли пообщаться со специалистами, которые уже много лет работают именно с материалами, которые хранятся в собрании наших музеев. И, соответственно, тоже получили большой опыт. Ну и большая просветительская программа также была связана с представлением виртуальной экскурсии. С Константином Хабенским можно было посмотреть фильм, надев специальный шлем и угу. в режиме практически там почти как 5D прогуляться по крышам Эрмитажа и получить как бы обзор, который, ну, не каждому доступен, наверное. Даже кто-то увидеть скульптуры со всех сторон, да, практически, да? Ну, я думаю, что самое главное, наверное, это результат, ну, наверное, те впечатления, которые получили наши якутяне, побывав вот на такой выставке, ведь не каждому дано, скажем, не все могут вылететь в Санкт-Петербург, попасть в Эрмитаж, это же тоже большая проблема, мне кажется, с их очередями, да, недоступностью, а то, что вот такая возможность предоставилась практически вот в нашем городе, пойти, посетить, прикоснуться к искусству, увидеть все собственными глазами практически, вот в виртуальном шлеме даже посетить такие экскурсии, я думаю, что это очень дорого стоит. Да, мы с вами согласны. И хотели бы продолжать проект этот с Эрмитажем, тем более они готовы
сотрудничать. Угу. Вот вы сказали, что специальная застройка, да, была сделана. А мне интересно было бы узнать, это тоже своего рода музейное направление? Это специалисты, да, которые работают в музеях? А вообще это направление у нас в Якутии развито или нет? Ну, я скажу так. На самом деле не каждый региональный музей делает вот такую серьезную застройку с климатом, специальным музейным светом. Но благодаря нашему правительству и пониманию, что мы комплексно решаем задачи, а это действительно очень серьезное комплексное решение задач, потому что мы сохраняем и наше наследие. Потому что выставка уезжает, а все остается. Та же застройка, тот же климат, тот же цвет. И он используется очень активно. Вот. И будет использоваться в дальнейшем. Он используется в дальнейшем в нашем музее, потому что для нас это всегда событие. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас вас ждет реклама. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 95 лет исполнилось в этом году Национальному художественному музею Республики Саха-Якутия. Какие интересные проекты прошли в рамках этой даты? Каковы итоги уходящего года? И что музей подготовил для якутян в дни новогодних каникул? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. Я напомню, что это генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, кандидат искусствоведения Влада Владиславовна Тимофеева и заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея, также кандидат искусствоведения Юлия Владимировна Кравцова. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32-00-66, 32-11-66. Мы работаем в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, мы говорили о дизайне, да? Давайте вот продолжим эту тему. Да, вот подготовка крупного выставочного проекта – это большая комплексная работа. В том числе мы впервые в Якутии стали применять дизайн-проект выставки, который связан тесно с концепцией выставки, с экспозицией выставки. То есть заранее мы знаем список, да, тех произведений, которые будут представлены на этой выставке, и специально под концепцию этой выставки застройку делаем. При этом застройку нам делают очень известные специалисты. Началась эта практика сокровища Третьяковской галереи, когда мы пригласили московского дизайнера Эрика Белоусова. И вот благодаря этому крупному выставочному проекту у нас появились межмузейные такие, межпрофессиональные связи, которые до сих пор работают. Ну, наверное, многие посещали выставку Иван Шишкина, а потом выставку Эрмитажа «Часы и эпоха», и видели, что сейчас мы стараемся использовать, ну, все возможные способы. Это и цвет, это и архитектура, это и освещение специальное, и звук для лучшего, как бы, для лучшей подачи материала. Для лучшего восприятия. Да, для лучшего восприятия материала. Угу. В этом году я знаю, что Национальный художественный музей выиграл грант конкурса «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова. А каковы вообще основные направления работы этого фонда, да, и какие работы были проведены благодаря победе вот в этом конкурсе? Пожалуйста. Ну, мы теме инклюзии работаем на самом деле уже много лет. И у нас разные были выставки, например, тактильная выставка «Тепло металла». При открытии галереи зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева мы также презентовали тактильные 3D-макеты японской Нецки. И несколько лет мы писали гранты, подавали гранты именно связанных с инклюзией. И в конце концов, как бы, наш труд был, как бы, вознагражден, и мы выиграли очень серьезный грант, и в результате получили 5 тактильных станций. Одна станция стоит, если вот в денежном эквиваленте, 250 тысяч, а мы 5 получили. То есть обычное бюджетное учреждение не может позволить, но очень хочет, да, иметь у себя в пространстве вот подобные тактильные станции, которые снабжены, помимо того, что там барельеф картины, да, из имеется, нашего собрания. Там обязательно идет шрифт Брайля, обязательно специалисты, кстати,
консультируют нас, да, какого размера должна быть станция, под каким уклоном она должна стоять. И в результате мы специально использовали именно произведения якутских художников, потому что благодаря этому гранту, а он на онлайн-платформе будет расположен, как бы вся Россия узнает о наших якутских художников и их произведения. Всего 5 картин. Это Петр Петрович Романов «Витязь с невестой». Это Виктор Петров, «Лена голубая», пейзаж, изображающий Ленские столбы и нашу реку Лену. Это картина, любимая многими, Андрея Чикачева, «Три грации». А, нет, «Мечта». «Мечта», да, с карасем. Да. И натюрморт Марианны Лукиной. Натюрморт с весами называется, где якутская посуда изображена. И одну гравюру взяли Владимира Карамзина. Эсэх. Это лист осохой. Ну что же, сами посетители, например, вот хотелось бы знать их реакцию, их отзывы о том, что вот появилась такая возможность. В июле, когда проводили презентацию этого проекта, к нам приезжал представитель фонда, и на презентацию мы пригласили людей с ограниченными возможностями по зрению, и как раз вот они впервые поучаствовали, посмотрели эти тактильные копии, и, в принципе, отзывы были самые положительные, потому что, наконец-то, они могли понять, ну, когда человеку описывают произведение, а тут мы же не подпускаем живое произведение, если каждый начнет трогать, мы, наверное, не сохраним никакую картину для наших будущих поколений. А здесь, когда человеку рассказывают, и он может уже вот ощутить, да, где что изображено. При этом тексты действительно, как Клава Владиславовна отметила, написаны специально для восприятия этими вот людьми, у которых, ну, им не важно там, да, какие-то прилагательные и так далее. Поэтому важно в очень короткой фразе дать понять о том, что на картине изображено справа, слева, какие цвета художник использовал в этом произведении. Я думаю, в принципе, нам это удалось. Я хочу еще дополнить темы. И сами произведения не случайно были подобраны. Например, «Витязь с невестой» — это картина, посвященная эпосу Алан-Хо. И то есть человек, посетитель, да, слабовидящий, может еще и ознакомиться, да, с особенностями, например, конного убранства, которое изображено. Это же тактильная картина. Или, например, Ленские столбы. Вот, то есть понять структуру Ленских столбов, да, ширь нашей реки Лены. То есть вот эта пространственность, она же показана была художником, в свою очередь переведена вот в этот тактильный макет. То есть здесь очень большие, на самом деле, темы затрагиваются. Тот же натюрморт Марианны Лукиной. Вот, то есть человек может понять, что были кумысные сосуды чоровны. Да? Вот такая посуда использовалась с таким орнаментом. Да? Ну, и поэтому это на самом деле такой многослойный проект. И об искусстве, и о культуре. Да? И, в принципе, мне кажется, дает человеку с особенностями вот возможность выхода. Да? Вот выхода в другое какое-то пространство, разрядиться, в конце концов, да, вот выйти выход из... Выхода в другую реальность. Да, да, конечно. Я знаю, что в эти декабрьские дни Национальный художественный музей презентовал книжную серию научно-исследовательского большого такого проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии 17-го, начала 20 века в музеях мира». Вообще, вот как шла работа над этим проектом? Ну, это у нас проект долгосрочный, мы работаем над ним давно. В 2012 году музей выезжал в зарубежные музеи с целью исследовать коллекции народов, проживающих в Якутии, с 17-го начала 20 века. И те материалы, которые мы получили в результате своих экспедиций 12-14 года. 19 год у нас впереди, обработка материалов. У нас вылились вот в издание системного каталога, который получил поддержку в лице Александра Николаевича Жиркова, который является нашим идейным вдохновителем, руководителем, автором проекта, и без помощи которого, наверное, невозможно было бы издание этого системного каталога. И мы издали второй том
первую книгу, посвященную музеям Германии, наша исследовательская группа, которая работала. И вот в этом году мы издали второй том, вторую книгу, где были представлены также оставшиеся музеи Германии. Самая большая часть, наверное, экспонатов, посвященных вот нашему проекту, все-таки да. находится в Германии. И мы надеемся, что мы изучили практически все те музеи, где эти экспонаты находятся. И, конечно, очень важно представлять все то, что мы собрали, именно в научном издании. И на презентации как раз именно те люди, которые сохраняют традиции. Вот, например, в лице Мандароуса мы услышали слова благодарности. Они держали вот эту стрепанную книгу, второй том, первая книга, потому что это очень полезно для изучения нашей национальной культуры, да, народа Саха, народов, традиционно проживающих на территории Республики Саха-Далган, эвенов, эвенков. И поэтому очень важно представлять свои изыскания именно в книжных изданиях. И также наш каталог, начиная вот с музеев Америки, автором-создателем которой является Зинаида Ивановна, и заканчивая вот нашим последним изданием, получил высокую оценку именно в книжная серия. Мы издавали его при помощи издательства «Аяр», и они его представляли на различных книжных ярмарках, и просто очень огромное количество наград получила наша книжная серия в этом году. Там очень много номинаций, но мы очень рады и тому, что по достоинству вот оценили вклад очень и научной группы, труд. Да, и полиграфическое, и как полиграфическое издание, да, компании «Аяр». Ну и, конечно, роль Александра Николаевича Жиркова в этом проекте тоже немаловажно. Ну и среди множества вот мероприятий, которые были подготовлены в этом году Национальным художественным музеем, конечно, хотелось бы отметить и персональные выставки художников, Косторезов, которых были, например, юбилеи в этом году. Безусловно, музей свою деятельность никак не может вести отдельно от своих коллекций и от своих художников. Мы плотно работаем с Союзом художников Якутии. Мы знаем всех наших членов художников. Влада Владиславовна является членом правления Союза художников. Мы обе члены Союза художников России и Якутии. И очень важно представлять творчество наших авторов якутских и именно в залах экспозиционных нашего музея. И в этом году юбилеи свои отметили и как здравствующие художники, вот вы их перечислили, но мы можем сказать, что наряду с юбилеем музея, ровесниками музея является наш мастодонт, самый, наверное, известный художник Якутии и в России, и в мире, Афанасий Николаевич Осипов, и отметивший также вот 95-летие, но, к сожалению, вот ушедшей из жизни в 17-м году. И Виктор Григорьевич Петров, ныне здравствующий, дай бог ему здоровья, тоже у него была большая персональная выставка. Эдуарда Иосифовича Васильева, тоже одного из любимейших наших авторов, тоже была персональная выставка. Ну и наш год был просто фейерверк персональных выставок наших мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, косторезов, всеми, мастериц, да, и мастериц, да, Анны Николаевны Зверева, и Федора Ивановича Маркова, Михаила Николаевича Слепцова. Хорошо. Хранить накопленные сокровища для будущих поколений – это, конечно же, благородная цель, да? А вот как вам кажется, меняются ли вот поток зрителей, да, и вообще идеальный образ посетителя музея, какой он для вас? Для нас это в первую очередь семья. Мы сейчас ориентируемся именно на семейного
посетителя, потому что тогда мы понимаем, что у музея есть будущее. Когда взрослый человек, бабушка или родители приводят своего ребенка, и у него остаются впечатления, конечно, о музее, когда он приходит со своей семьей, абсолютно другие. Значит, он потом приведет своих детей. И так действительно и бывает. Поэтому я считаю абсолютно правильно, что в год объявлен, 2004 год объявлен годом семьи, а Айсен Сергеевич объявил, что следующий год будет годом детства, и к этому году мы уже открыли выставку «В гостях у сказки». Она как раз рассчитана на семейного посетителя, то есть в первую очередь на детей, которых приведут родители. Ну и эта выставка сопровождается большой публичной программой. Конечно, мастер-классы, различные игры, как квест-игры, экскурсии. И специально в новогодние праздники будут рождественские каникулы, специальная программа. И мы с удовольствием ждем наших гостей, наших жителей республики. Тем более, что помимо этой выставки сейчас идут очень интересные выставки Иннокентия Корякина, Ирины Микумяновой, наших косторезов Федора Маркова, Михаила Слепцова. Ну и постоянная экспозиция. Новогодние праздники, я знаю, пройдут еще и мастер-классы, да, для детей. Да, мы начинаем работу с 3 января, и всех ждем в Национальном художественном музее. У нас будет проходить рождественский фестиваль с тематическими экскурсиями, квест-играми, квизами, с мастер-классами, с рождественской семейной программой, поэтому более подробно можно ознакомиться с программой на нашем сайте или на телеграм-канале, или ВКонтакте. И мы приглашаем всех на провести новогодние каникулы в нашем музее. И фотозона 3-го, 4-го, 5-го Да, конечно, у нас замечательная фотозона. Можно будет на память сфотографироваться. И какие-то будет Дед Мороз, будет Снегурочка. Ну вот кто ходит в наш музей, у нас прекрасные всегда новогодние программы, очень интересные бывают, поэтому, пожалуйста, приходите. Кто не был, посещайте, я думаю, вы не разочаруетесь. А какие еще выставки нас ждут в следующем году? Вы можете как-то немножко приоткрыть завесу тайны для нас? Да, мы сейчас работаем уже в течение полугода над очень крупным выставочным проектом, выставка Айвазовского, и Айвазовский, и русские маринисты. Глава республики поддержал этот проект. Мы очень надеемся, что в следующем году его реализуем, и жители Якутии познакомятся с этим гениальным маринистом и увидят подлинные произведения из коллекции Русского музея. Хорошо. Ну и в завершении нашего разговора, конечно же, хотелось бы услышать ваши пожелания коллегам и всем якутянам под Новый год. Да, нас сейчас ждет такое волшебное праздничное предновогоднее время, когда все желания и мечты загадываются, а в следующем, последующем они обязательно сбываются. Поэтому я желаю всем добра, здоровья, светлых мыслей. И приходите, пожалуйста, в музей. Дорогие друзья! А я хочу сказать, если у вас еще нет праздничного настроения, у вас осталось 3 дня до Нового года, прийти в Национальный художественный музей, окунуться в атмосферу гармонии, получить вдохновение и уйти в прекрасном настроении домой и готовиться к встрече Нового года. Уже с праздничным настроением. Да. Ну да, и я, конечно же, еще раз хочу напомнить, что буквально с 3 января Национальный художественный музей вновь распахнет свои двери для наших якутян, для того, чтобы наши семьи и обязательно дети, символы следующего года, смогли посетить это прекрасное, прекрасный дворец искусства. Ну что же, дорогие друзья, спасибо нашим гостям, а вам мои пожелания. С наступающим Новым годом! Обязательно встретимся в следующем году. Всего вам доброго. До свидания.